Смотр. Погнали! Если вправо, то колеса вправо относительно вида сзади, да? Ну как обычно. Да? Если вправо надо, то вправо сюда. Вот непростая задача вписаться с 33-метровым грузом вот такие ворота с резкими поворотами. Но поворотная тележка помогает. Далеко приходится грузы возить, не габаритные. Вся Россия наша. Да, да, да. А здесь на такой большой штуке сколько? 700 километров на край. Понятно. Ну тоже немало. Я думал, чем меньше там всякие дороги, перекрытия там. Ну если перекрытие, то еще меньше. Это в лучшем случае 700 километров ты приехать сможешь. Угу. В худшем случае это 300-400. 500.
Ну, да, машина большая. Обычно в тахограф упираемся. Ага. Не тахограф, а это. А вдвоем в четыре руки, если. Спать нет. За рулем это невозможно спать. Поток перекрывается. Конкретно с этим? Да. Да, одна машина перекрывает, получается, в сторону. Угу. Вторая машина перекрывает здесь и выезжает. И потом эта машина движет. То есть, ну, получается, они в паре нужно работать. Угу. Один перекрывает. Да. Второй. Сеньор здесь, да? Не-не-не, за ним едет. А, за ним. Давай поворачивай тележку. За ним, никуда ты, мне видеть надо, за ним едет. Перевешивайся. Саня, короче, не понял просто. Выйдешь, чтоб я видел. Thank you.
Как вас звать? Владимир. Владимир, меня Илья. Это единственный кран, который в Пермском крае такой грузоподъемности. Да, единственный кран, самый большой в Пермском крае. Много? Спрос большой? Нет, спрос небольшой сейчас на него. Редко, да? Сейчас, потому что только на такие вот уникальные большие работы берут. Типа мостов? Мостов, трансформаторов. Понятно, что еще такое? Реактора на пносе мы устанавливаем, в общем. Вот такого характера работа. Понятно. Вы только на этом кране или на любых? На любых. Вообще. Если на этом работы нету, то на самый маленький кран садят и поехали. Ага. Размотало. Вот у нас в работе как ветер. Ага. И площадка нам должна быть идеально ровная. А он его сам показывает, перевес, там углы, да? Да, здесь все показывает, в общем. С компьютер бортовой. Массу груза, допустимый вес. Ага. Вот, и фактический вес. А сколько вес балки вот этой? Вот вес этой балки 34 тонны. Он прямо показывает без нее. Да, вот у меня. Соответствует. Ну, в нашем деле, вот видите, обязательно нужна такая установка крана на плиты, чтобы. Потому что бывает, если просто на дорогу поставить, ее продавит. Если продавит, то могут быть последствия не хорошие. Ну да, еще крупы разные бывают. Ну, в данный момент высота 35 метров, а вообще-то высота стрелы 60 метров здесь. До 60. И еще плюс пристегивается гусек. Дополнительная стрела, в общем, общая высота получается около 100 метров. Ну, монтируем разные антенны, то есть даже на башни, можно. Трубы дымовые, в общем, вот такого характера работы тоже бывает. По дороге общего пользования-то нормально он передвигается? Не надо там В общем-то, разрешение оформляется всегда на передвижение по дорогам общего пользования. Это не габаритный груз, во-первых, транспорт, и, в общем, тяжелый очень. Сколько весит? 72 тонны сам весит. Не все мосты выдерживают. Да, не все мосты выдерживают. Ну, по крайней мере, выдерживали пока. Я не мост. Масса подъема груза, вот на этом вылете, вылет у нас показывает 9 метров, значит, около 70 тонн мы можем на этом вылете поднять. Это длина стрелы показана, вот, это высота от земли до оголовка стрелы 38 метров. Вот такие параметры. Как гасить? Ну, только лишь плавно начинать работать и плавно заканчивать. Вот веревками, оттяжками сделать? Нет, ее не удержишь, если эта балка раскачается, ее человеку не удержать. Это вот все зависит от плавности работы крана. Что на одной, получается, линии-то все равно она по инерции сейчас пройдет. Вот я остановился, практически никакого. Сейчас еще лишь. Погода. Ну и погода, да, более-менее спокойно, безветренно. В конце потом он исчезает совсем. Они привыкли под грузом стоять, я бы поостерегся. Ну, они уже уверены, проверено, все испытано. Строп чисто психологически надежный. Страшно. Строп надежный, в общем-то. А люди, монтажники, они постоянно, можно сказать, под грузом. Над ними болтается то, что-нибудь.
Еще чуть-чуть опустить. То есть можно влево-вправо наклон платформы подрегулировать. С помощью двух гидроцилиндров. Вот они. Отойди. Вот от тебя зажмет, как в тисы, и все. И голова улетит в марсиана. 1 000 000 просмотров сразу же. Да, точно. Не надо никакие эти реактивные двигатели летать. Что закрываете? Нет. Хватит? Так и мы доедем. Стал на 10 метров короче. Сейчас ехать гораздо проще обратно. Не надо так сильно подруливать. Сейчас сам доедешь без подруливания. Сейчас без подруливания сам пройду. Везде все повороты нормально. Давай.